Дорогие друзья, наступил год 75-летия Великой Победы. Мы все будем, всем народом, всей страной, да и весь мир будет отмечать эту уникальную дату. Как и вы все, конечно, мы находимся под впечатлением такое явление, как бессмертный полк. И продолжая этот проект, мы в прошлом году провели такой проект, как «Бессмертные песни о войне». И в этом юбилейном году мы, конечно, его продолжаем. Поэтому мы приглашаем всех желающих участвовать в кастинге на право выступить с симфоническим оркестром в праздничные дни на площади Куйбышева с исполнением «Бессмертных песен о войне». Приходите 22 и 23 марта на кастинг в филармонию. Все остальные данные вы можете получить на сайте филармонии. Мы ждем вас.